Вот захотел помыть кружки. Сегодня 23 июля, Санкт-Петербург, Красносельский район. Это можно, конечно, не относить к выборам и так далее, да, когда вам говорят, что все хорошо. Вот беру и просто включаю горячую воду. А между прочим, платим мы регулярно, и цены повышаются, налоги повышаются, тарифы повышаются. Возникает вопрос, нафига нам нужен губернатор, который потратил деньги на какие-то алые паруса, рассказывает о том, что у нас какая-то ковидная ситуация, при этом. И когда у нас из крана идет вот такая вот чудесная вода. А мы, между прочим, заплатили за воду чистую, между прочим. Если кто-то думает, что там это какую воду пьете вы и за что вы платите квартплату непосредственно. Да и вообще, мне вот интересно, насколько легитимен непосредственно Беглов и же с ним, и те, которые зависели плакатами о том, что они победители какого-то там предварительного голосования и так далее. А почему вопрос о легитимности поднимается, да? Ну, пишите в комментариях, кому интересно, отвечу. Но это вопрос, 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 вопрос. Ржавый дуэт. А какую бьете вы? Давайте снимем видео и поинтересуемся, стоит ли вообще за это платить. То, может быть, они должны нам за это платить. А то как куда ни пойди, все плати, плати, плати. А за что платить-то? Поэтому 19 сентября в Санкт-Петербурге выборы в ЗАГС будут, помимо того, что выборы в Государственную Думу. И думайте, сможете ли вы отсидеться дальше. Да, но мы, соответственно, за мирные и законные решения вопросов. По-моему, вот эти вопросы давно можно было решить, а не бегать, например, как у нас за депутатами, которые там, ой, несколько копеек не указали. Ой, где-то появились технические счета, о которых никто не знает. Ой, с одного раза не сняли, нужно будет по несколько раз продавливать, продавливать, продавливать. Ой, избраться можно кому-то любым количеством голосов, а чтобы снять депутата, нужно идти хитрым путем. И многое, многое, многое. Поэтому пишите, что думаете. Ну и, соответственно, Санкт-Петербург, 23 июля, чистая вода вам. Ну и вопрос свалок, кстати, интересный тоже у нас.